Доброе-доброе утро, всем привет! Сегодня у нас будет встреча, на которой я расскажу мои фишечки по уходу за кожей, как сохранить лицо молодым, расскажу некие лайфхаки свои, чем я пользуюсь, что делаю, и отвечу на все ваши вопросы. Доброе утро, привет! Рада вас видеть. Я предлагаю одну минуточку прям подождать, когда у нас еще кто-нибудь зайдет. Сегодня будет очень интересная встреча. Я планирую ложиться где-то минут за 15-20. Если вы будете очень активны, значит, мы будем чуть-чуть подольше. Всем привет! Доброе утро! Привет, привет! Хотелось бы, чтобы народу было побольше, потому что когда народу много, интереснее общаться, больше вопросов, как бы идет такой интерактив, обмен, потому что иногда кто-то стесняется задать вопросы, а они есть. Не надо стесняться, потому что это очень важный вопрос, который, мне кажется, заботит всех мужчин и женщин. Это как сохранить молодость, красоту своей кожи, чтобы она радовала долгие-долгие годы. Ну, я думаю, можно начинать, да? Всем спасибо, кто присоединился, кто не успел посмотреть потом записи. Меня зовут Лилия Донскова, и эту встречу я провожу не случайно, потому что меня очень многие девушки спрашивают, что я делаю, как я ухаживаю за кожей, что она сохранилась в таком состоянии, как есть сейчас. Мне сейчас на данный момент 43 года, через 2 месяца будет уже 44. Ни разу в своей жизни я не посещала косметолога. Ну, я не могу сказать, что я этим горжусь или нет, но я считаю, что это здорово, потому что когда девушка уже прибегает к услугам косметолога, особенно к инъекциям, это, ну, как бы уже сигнал такой, СОС, да, что, ну, надо задуматься, что мы делаем. И мне очень помогло в жизни то, что я в раннем очень возрасте, еще в 19 лет, узнала, как правильно нужно ухаживать за кожей и что вредит ей, что может нанести непоправимый, так скажем, вред, и что ей помогает. Я сотрудничаю со шведской компанией Oriflame и доверяю ученым компании на 100%, потому что у компании Oriflame самое огромное количество научных разработок, которые печатаются в научных журналах. Это можно все почитать, посмотреть, насколько это действительно высокий уровень исследований проводит компания и какое огромное количество денег вкладывает в разработки и в инновации. И вот представьте себе, еще в 80-х годах ученые доказали, что 20% вот то, как мы выглядим, это генетика, а 80% это то, на что мы можем влиять. Вот только задумайтесь над этой цифрой, 20, всего 20 и целых 80. А сейчас вот возьмите зеркало, у кого есть под рукой зеркало, и объективно оцените состояние своей кожи, вот что бы вы хотели в ней улучшить. Какие моменты, у каждого свои, у кого-то жирный блеск, у кого-то шелушение, поры открыты, у кого-то мимические морщины уже появились, там, я не знаю, вот потеря упругости овала кожи лица, там, носогубные складки, ну, у каждого свое, где-то отечность может быть, пигментация, купероз, то есть проблем у кожи на самом деле очень много. Вот посмотрите, с чем бы вы хотели поработать, вот какие бы вопросы вы лично хотели порешать. Посмотрите, да, заметьте, вот как ваша кожа выглядит. А я вам расскажу фишечки. Вот смотрите, для того, чтобы кожа получила все необходимое, да, вот эти 80%, это зависит не только от комплексного ухода. Поверьте мне, что комплексный уход составляет большой процент вот вложений в кожу. Но на самом деле нужно еще добавить это питание, свежий воздух, занятия спортом, позитивное мышление, то есть это важно то, как вы переносите стрессы и насколько вы можете, да, их убрать из своей жизни, потому что стрессы, они тоже накладывают огромный отпечаток на наше лицо, на волосы. Купероз – это когда такая вот сеточка капилляров, звездочки на лице, особенно они бывают часто вот в зоне вот тут вот носа и вот тут на щеках. Это очень, ну, как бы некрасиво выглядит, но это имеет место быть, очень многие женщины этим страдают, но тем не менее можно и с такой кожей тоже прекрасно жить и
сохранить ее молодой и привлекательной. Так вот, рассказываю дальше. Шведские ученые провели глобальное исследование в области антивозрастного ухода, потому что уже примерно с 25 лет кожа перестает вырабатывать свой вот все необходимое, что ей нужно для того, чтобы она была такая упругая, подтянутая и так далее. И я вам сейчас расскажу, вот что с кожей происходит. Вот представьте, что наша кожа, она состоит из эластиновых и коллагеновых волокон, то есть они вот так переплетаются, видите, такая сетка плотная-плотная. И чем девушка моложе или мужчина, да, чем кожа моложе, вот так будем говорить, тем более плотнее переплетаются они, и кожа такая упругая, как батут. С возрастом они начинают растягиваться, ослабевать и провисают, то есть появляются такие вот, видите, прогалы, провисы и образуются морщины. То есть, если мы с вами там любим спать лицом в подушку, подпирать щеку кулаком и так далее, да, мало пьем воды, плохо питаемся, не употребляем витаминки, там курение, алкоголь, это все негативно влияет на нашу кожу. И помимо всего этого, есть комплексный уход. Я пользуюсь комплексным уходом Novage. Novage – это бренд «Экологен», у меня сейчас в руках. Это бренд компании Oriflame, и он включает в себя несколько серий. Вот у меня сейчас серия «Экологен», я ее очень люблю. Вот такой еще дневной крем, ночной не взяла. Серий всего 4 в этом бренде. И самая молодая серия начинается с 25 и плюс. Вот чем отличается антивозрастной уход от обычного ухода? Если мы говорим об обычном комплексе, то вы получите эффект, будет кожа более мягкая, увлажненная, да, ну там поры, может быть, сократятся, уберется жирный блеск, сухость. Но именно когда мы используем антивозрастную серию, то мы получаем гарантированный тот результат, который заявлен в этой серии. Понимаете? То есть гарантированно 3 месяца применения, когда у нас полностью происходит обновление клеток кожи, дает гарантированный эффект. Если в серии написано, что, например, вот в серии коллаген, которой я пользуюсь, у нее заявлено, что на 33% сократятся морщины. Вот представьте, это же прорыв просто в безинъекционной косметологии. На 33% просто от применения серии сократятся морщины. Почему происходит такой эффект? Ученые исследовали более 20 тысяч генов, как на них влияют разные компоненты. И выявили те компоненты, собрали такой состав, который идеально подходит для кожи по разным возрастам и влияет на определенную проблему. И все серии из комплекса Novage, они влияют на цвет кожи, потому что цвет кожи – это первый фактор старения, убирают мимические морщины, работают с тем, что подтягивают кожу. И что важно, я хочу дополнить, то, что бывает, девушка берет, например, один крем какой-то, да, баночку, говорит, я возьму сыворотку и крем, они дорогие, они классные, и я уберу проблему. На самом деле, если брать комплекс целиком и применять его утром и вечером каждый день, то вы в 7 раз получите больше эффект. То есть от применения одного крема вы теряете очень много, потому что он не даст тот эффект, который заявлен в серии. Только комплексный уход целиком даст вот такой потрясающий эффект. Вот моя фишка. Многие не верят, многие как бы, да, говорят, ой, да не может такого быть, я лучше там схожу к косметологу, да я не верю. Ребят, вот хотите верьте, хотите нет. Но если вы начнете использовать серию целиком, то вы увидите этот эффект, потому что он просто гарантирован. Проводились клинические исследования нескольких тысяч женщин, которые пользовались этим комплексом и на специальных аппаратах смотрели, как изменяется кожа за 3 месяца использования. То есть в течение этого периода в определенные промежутки делали срезы такие, анализ, и было видно, как меняется кожа и как она, да, начинает включаться и омолаживаться. Поэтому я вам желаю только красоты и молодости, и используйте эти простые рекомендации, они вам помогут поддержать вашу кожу, остановить процесс старения, даже отмотать назад, потому что минус 8 лет, как правило, да, у нас получается, что мы откидываем назад.
То есть, если мне сейчас 43, мне многие говорят, что я максимум выгляжу на 30-35. Да, кто-то даже и меньше говорит. Это очень приятно, когда смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что на тебя не смотрит еще такая взрослая женщина, как у нас вот складывается, да, стереотип, что ну кому за 40, это уже все. Там, ну, это уже женщины-женщины. Девочки, в любом возрасте можно начать ухаживать за собой и таким образом стать красивее и моложе. Поэтому не откладывайте это в долгий ящик. Я жду от вас вопросов, пишите. Пока вы будете спрашивать, я расскажу, как состоит комплекс, из чего он состоит. Первый этап – это очищение кожи. Это очень важно. Я использую сейчас пенку. В комплексе Ultimate Lift там молочко идет. Мне нравится пенка, но очень важно помнить, что пенку нужно хорошо вспенить на кончиках пальчиков и на мокрой коже ее аккуратненько по массажным линиям вспенить. Массажные линии у нас вот так распределяются. Если мы отцентрим лицо, то от середины подбородка мы двигаемся к мочкам уха, от крыла носа мы делаем легкие движения к вискам, носик мы проходим вверх и лоб в стороны. Когда мы работаем с глазками, то мы работаем по орбитальной кости. Вот нащупайте ее у себя, вот эту орбитальную косточку. То есть мы работаем безымянным пальчиком, аккуратненько простукивая крем. Буквально рисовое зернышко нужно разделить пополам, да, на двух пальчиках. И одновременно вот таким, да, легкими-легкими постукивающими движениями сделать по кругу, то есть от внутреннего угла по верхнему веку мы двигаемся к внешнему, и от внешнего по нижней части мы двигаемся внутрь. Как говорят, три к носу, чтобы не забыть, потому что многие часто делают наоборот, в другую сторону растягивают кожу. Но у нас есть массажные линии, и мы действуем именно по ним, неважно, какое средство вы наносите. Ой, спасибо за сердечки, как приятно! Далее, дома, когда вы работаете, да, в ванной, то у вас открытая шея. По передней части шеи мы делаем движение вверх. Вот эта зона щитовидки, мы ее аккуратненько, без нажима проходим. А по боковым мы уходим вот сюда, к лимфе. То есть кровоотток делаем в эту сторону. То есть подняли, сюда спустили. То есть все вверх, 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 глазки по кругу. Это массажные линии. После того, как мы смыли пенку, ни в коем случае мы не затрагиваем зону вокруг глаз. То есть если вы посмотрите, то кожа вокруг глаз, ну вот тут, если ее потрогать, она такая тоненькая-тоненькая. Потрогайте щечку. Возьмите, какая упругая, толстая кожа на щеках, какая тоненькая здесь. И вы поймете, что те средства, которые предназначены для кожи лица, это не значит, что это лицо. Глаза – это отдельная тема. Потому что здесь совершенно другое строение кожи. Вокруг глаз нет пор, нет костной поддержки. Если вспомните череп, то там дырки у нас. Нет костной поддержки вот этой области, поэтому здесь кожа как-то более заметна. Быстро стареет, появляются мимики, потому что на нее идет огромная нагрузка, мы смеемся, гримасничаем в течение дня, у нас мимика активно работает, согласны? Вот, поэтому, а мне еще очень нравится этот крем для глаз, коллаген, он с шариком металлическим, и я вот так просто прохожусь по кругу с одной стороны, потом с другой на очищенную кожу. Второй этап – это тонизирование. То есть после очищения всегда идет тонизирование. Что делает тоник? Он завершает процесс очищения кожи, восстанавливает pH-баланс, и он встречает сыворотку или крем. То есть то, что вы планируете нанести. Тоник – это как администратор в ресторане. То есть его задача вас встретить ваш крем и проводить его. То есть, да, это такое приветствие. Далее у нас идет сыворотка. Это активатор. Сыворотка – это активатор. Почему сыворотка настолько ценная? Потому что в ней самая большая концентрация всех заявленных компонентов в этой серии, всех ценных заявленных компонентов. И сыворотка у нас берет крем за ручку и, да, отводит его в глубинные слои кожи, чтобы крем еще лучше поработал. У нас есть дневной крем и ночной. В чем их разница? Дневной крем, он имеет более жиденькую концентрацию, то есть он такой легенький, и он имеет солнцезащитный фактор. То есть когда мы на улицу выходим, да, на открытые солнечные лучи, то мы всегда должны помнить о чем, девочки, что солнце – это первый, самый страшный враг кожи, это первый фактор старения кожи, он стоит на первом месте.
Если вы вышли, не защитив кожу от солнца, у меня вот хороший крем, мне очень нравится, у него SPF 30, он как палочка-выручалочка такой, он приятно напитывает кожу, шикарно идет под макияж, и еще он защищает от негативного влияния солнечных лучей. А ночной крем, его задача работать с кожей, когда она находится в состоянии отдыха, релакса и сна. То есть кожа спит, отдыхает, а крем в это время делает свою работу. Он всегда более такой концентрированный, он густой. Если его сравнить с дневным кремом, то у него более плотная консистенция. Он не содержит ультрафильтров, и его задача напитать кожу во время ночного сна. Это про ночной крем я говорю. Про крем для глаз я уже сказала, что это маленький чудесный волшебник. Где мы его используем? Я наношу его также на межбровную морщинку. У меня есть тут маленькая такая складочка неприятная, но очень хорошо крем помогает. У кого-то бывает морщинка вот здесь. У меня одна девочка знакомая, она убрала вот здесь вот складочку на переносице. Наносим на носогубки и на кожу вокруг губ, потому что, если вы заметите, здесь кожа очень тоненькая, она такая же, как и на коже вокруг глаз. И крем очень здорово поможет нам омолодить эту кожу, чтобы губки были всегда пухленькие, такие аппетитные, сексуальные. И есть дополнительные средства, которые я очень люблю. Это скраб Novage. Я его просто обожаю, он обновляющий скраб, очень приятный по текстуре, у него очень мелкие абсорбирующие частички, и он чудесно очищает кожу, делает ее более сияющей, осветляет. А на ночь, 1-2 раза в неделю, я делаю такую маску, тоже из бренда Novage, тут немножко отсвечивает. Это специальная питательная ночная маска, она наносится прямо на ночной крем. Ее не нужно удалять, небольшое количество распределяется по ночному крему, и через полчаса можно идти спать. Маленькие рекомендации, которые я вам хочу еще дать, это до сна за 30-40 минут всегда мы наносим все уходовые средства, чтобы они успели впитаться и не остались на подушке. Когда мы наносим крем для глаз, чтобы не было отека, он должен проморгаться, чтобы с вот с этих мест, куда мы наносим, он дошел туда, куда нужно. И если вы выходите на улицу, на мороз особенно, то тоже где-то за, хотя бы за 30-40 минут до выхода в свет, я так это говорю, нужно тоже нанести средства, чтобы они успели впитаться и поработать, чтобы не было вреда, потому что если вы нанесете крем и сразу пойдете на мороз, то там же есть вода в креме, да, он замерзнет, и эффекта не будет положительного, поэтому этого делать нельзя ни в коем случае. Еще расскажу про одну любимую масочку, это Eco Beauty, такая розовая глина, чудесная маска, но она именно с очищающим эффектом. У нее такой очищающий, освежающий, это Eco Beauty, одна из моих тоже любимых серий натуральных. Очень рекомендую попробовать, потому что эффект просто очень-очень классный. Вот, вопросов я от вас не вижу, тогда благодарю всех за внимание, желаю всем красоты и молодости. Если есть вопросы какие-то личные, пишите в личку. Если есть интерес по поводу серии, как ее приобрести по самой выгодной цене, тоже обращайтесь, сюда с удовольствием помогу. До встречи, всего доброго, пока-пока!